Друзья, с вами Contra Travel. Этим видео мы начинаем новую серию обзоров, в которой расскажем об отеле Штайнгенбергер Аквамэджик. Отель находится на берегу Красного моря в Хургаде, в 6 километрах от аэропорта и принадлежит немецкой сети отелей Штайнгенбергер Hotels and Resorts. Штайнгенбергер Аквамэджик работает с 2013 года. Состоит из главного административного здания и 7 пятиэтажных корпусов. Отель подходит для семейного отдыха. В Штайнгенбергер Аквамэджик свой песчаный пляж, взрослый и детский аквапарк, подогреваемые бассейны, множество баров и ресторанов, спа-центр, фитнес-центр, детская водно-игровая площадка, детский клуб. Очень ухоженная и удобная территория. Есть релакс-зона только для взрослых. Штайнгенбергер находится на второй береговой линии. До пляжа 400 метров. Можно прогуляться по красивой территории соседнего отеля Штайнгенбергер Альдау Бич пешком или с ветерком на гольфкаре. На всей территории отеля бесплатный Wi-Fi. Свой обзор начнем с нашего мини-дома. Проживали мы в номере «Делюкс». Сначала нас заселили в номер с раздельными кроватями. Но после нашей просьбы заменить две кровати на одну, предоставили другой номер. Добро пожаловать. И попадаем в такую немаленькую прихожую. Пройдемся немножко по ней. То есть это шкаф, на верхней полке сейф, может быть не очень удобно, что очень высоко, но может быть это и правильно. Это отделение, чтобы можно было повесить на вешалочку все вещи свои необходимые. А второе отделение, я так понимаю, это у вас полочки, чтобы можно было удобно разложить одежду. Напротив шкафа зеркало во весь рост. И рядышком это ванная. Двери стеклянные, тонированные. Ручка какая здесь. И заходим. Так. Слева унитаз. Приятно, что перегородка такая. И вот сама ванная комната с большим зеркалом. Омывальничек у нас. Стаканчики специально для чистки зубов. Тут же мыло. Вот такой прикольной поставочки. Вот. Стандартно фен, зеркало, сантехника чистая, аккуратно все. Вот здесь у нас получается шампунь, здесь у нас гель для душа, но как-то на двоих маловато, мне кажется. Это кондиционер для волос, не пожалели. И это лосьон для тела, для всякие эти ватные диски. Это, наверное, шапочка. А, это пакетик. Это полотенце для лица расположено с умывальничком рядышком. И получается справа такое душевое отделение. Но интересно, что здесь и душ, и ванная. Полотенчика для ног. Кто хочет принять ванну, а кто хочет принять душ. Ну, вокруг вроде бы ни плесени, ничего нет.
и под ванное полотенчико на полочке. Везде стеклянные перегородки здесь есть. Но ванная комната не маленькая. Проходим комнату в основную. Тут как стандартный набор. Кровать с чистым бельем. Тумбочки прикроватные. Ночнички над кроватью. Стол. Уголок для отдыха. Чайный уголок. Кружки хороших размеров, не мелкие. И еще есть стаканчики для воды. То есть не только кружки, но есть еще и стаканчики для воды. А кружки для чай-кофе. Чай-кофе, ну, обычно. Нескафе. Сахар разных видов. Это у нас сливки. У нас слив и чай Липтон. И вот холодильничек такой с прозрачной дверью. Сюда включено бутылочка воды, кола, сок. Пополняется это дело каждый день. Это бесплатно, все входит. И вот что очень... Я думаю, это плюс большой, что здесь на два человека две карточки, два ключа для двери. Их проспект, то есть они тут, все листочки сложены информацией, с нужной информацией. И вот эти вот карточки для полотенец. Телевизор с рекламой отеля. Ну и, конечно же, балкон. Сейчас выйдем на балкон. Так, двери у нас открываются. Вот здесь. И вот такой у нас огромный балкон. Ну, конечно, смотря с чем сравнивать. С видом на внутреннюю часть отеля. Здесь бассейн. Соседние номера. У нас вот такой вот огромный балкон. Сверху от солнышка. От солнышка сверху сделан деревянный навес. Вид из нашего номера был на детский аквапарк, но радостные крики и шум воды с закрытой дверью не слышны. Наш номер «Делюкс» просторный, 45 квадратов. Стандартные номера отеля намного меньше. В номере есть все необходимое для отдыха. Кондиционер, ванная комната, мини-бар, гостиный уголок, интернет, сейф и телефон. Персонал отеля на все замечания реагирует быстро. Но будьте готовы к тому, что сотрудники Штагенбергер Аквамэджик практически не разговаривают на русском языке. Все работает у нас. Вот наш номер, вот этот вот, который ровно с навесом, ровно в центре, но пальмочкой прикрыт. Ну, знаешь, даже, а мне даже очень нравится. Друзья, если наш опыт оказался вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорой встречи!